Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Сил. И сегодня я хотел бы сказать вам, как же можно попасть на пиратки в лицензионные сервера. Это все очень просто. Возьмем, к примеру, хайп, если тот же самый. Так, дальше. Ну, например, заходим в тот же Майнкрафт. Так, извините, мне надо зайти. Так, ну что же, я отошел, мне нужно было выйти. И чтобы вас не томить, я сразу же зашел в Майнкрафт. Версия у меня 1.8. Он пиратский, вот он, Minecraft Collection, он пиратский, могу показать. Он с модами, а этот нет, я удалил все моды с него. Так вот, чтобы вас не томить, я зашел вот в этот раунд. Он очень хороший, я вам сразу говорю, лучше скачивать его, он поддерживает все версии, но это пиратка. Как я уже сказал, я не буду вас разводить, это чистая пиратка. Я добрый человек. Так. Начали. Я открываю включение и пишем. Тот же входите. Так, сейчас, погодите. ms.qfl.pixel. Ну, то есть тут должно быть наоборот. Тут должно быть m-ка, а не s-m-ка. Так, дальше пишем. .pixel.net. Вот мой скин, он немножко, конечно, туповат. Я это сделал, чтобы все не считали жизнью. На этом сервере, чтобы ко мне не приставали. Итак, вот вы видите ТНТ. Пинбол. Это красивое главное здание. Мега Вэлс. Вэлс, Блист, Арена. Копс Визит. Крыш. Аклеймс. Вентилизм. Лейк, Темперан. Ну что ж, на этом я с вами заканчиваю. С вами был Стил. Всем удачи. Спасибо, что посмотрели. Это правда. Ставьте лайки. Это правда мотивирует меня на то, чтобы снимать больше видео. И обязательно, просто обязательно подписывайтесь на канал. Все. Всем пока. Я пока пойду. Тащу в Темперане. Ладно, в Темперане. Ну что, всем пока. Я пошел тащить в Темперане. Пока.